Вспоминаем таким словом выдающимся немцам, таким словом всем, кто захочет, помимо записавшихся, разрешите считать нашу встречу открытой, и я хочу предоставить слово директору, научному руководителю МИЕМ сегодня. У меня нет собственного опыта взаимодействия с Евгением Викторовичем. Я пришел сюда, когда его давно уже здесь не было. Но, может быть, я в силу своих обязанностей лучше, чем кто бы то ни было, знаю, что ему удалось, и также то, что, может быть, не совсем удалось. Я все время так курировал немножко эту стройку здесь, которая начиналась. Постоянно встречаясь с ним, показывал ему новые фотографии, он искренне радовался, что, в общем, мечта его жизни, она осуществится, и он, конечно, был очень рад и горд тому, что он мне все-таки построил. Я очень счастлив, что у меня день рождения совпал с днем рождения Евгения Викторовича. И первую лекцию 1 сентября 62 года читал доцент армянский Евгений Викторович. Если говорить о Евгении Викторовиче, конечно, это выдающаяся фигура, это махина. Вот я преклоняюсь перед Евгением Викторовичем, перед его сверстниками, поколениями, которые все это создали. МИЕМ – это дом. И вот с этой мыслью так вот получилось, что 50 лет я... к нему отношусь действительно как дома. Какие свободные были тексты, стихи, шутки, ну да не только. Господи, я пришел сюда, думаю, вот это есть воплощение демократии. И очень сильно надеюсь, что наши дети внуки будут помнить этого великолепного человека. Он того заслуживает. Мы с ним проводили много времени, и для меня он стал таким большим и мудрым другом. И память этому великолепному человеку, который совершенно справедливо, судя по его отношению к жизни и к миру, назвал себя «Я счастливый человек». И будем помнить и чтить, и всегда будем преклоняться перед тем подвигом, который он совершил. Спасибо.